Доброе утро, народ Божий! Мир вам! Тут вот у нас есть такие часы, которые стоят и все время показывают 10 часов. Все время. То у нас сегодня, мы все время будем... Особенно лето в этом году, да? Очень хорошая погода, приятная погода. Много из нас путешествуют, ездят. И сегодня у нас есть прекрасная возможность быть в Церкви Господней, куда мы с вами и пришли. Екклесиаст в 12 главе, в 13 стихе, 13 стих, такой простой, но очень глубокого смысла и содержания стих, написано так. «Выслушаем сущность всего». Сущность всего. «Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека». Бойся Бога и заповеди Его соблюдай. Это есть основной смысл христианской жизни. Это есть основной смысл, почему мы с вами приходим в Дом Божий, в Церковь Божию, чтобы послушать, чтобы поправить направление своего движения, чтобы обновиться, чтобы выслушать слова Господа, поощрение, наставление, обличение, чтобы взять как можно больше этой духовной пищи, правильной духовной пищи, для того, чтобы нам в этой жизни не ослабевать, но иметь силы. И потому при всем том, что если мы много ездим летом, много путешествуем, при всем том мы должны понимать, что заботясь о своем теле, о своем здоровье, мы должны не забывать заботиться и о своем внутреннем человеке, о здоровье его, также, чтобы была эта полезная, добрая духовная пища. И потому мы с вами в Доме Божьем, и мы встанем, попросим благословения. Благословен наш Господь, даровавший нам это утро. Сегодня ты и я, мы находимся в Доме Божьем. И призываю вас прославить Господа в этот ранний час, в этот утренний час, воздать Ему славу, воздать Ему хвалу и честь, потому что наш Бог велик, аминь. Аминь. Наш Бог велик, и мы хотим прославить нашего Бога. Великий Бог, когда на мир смотрю я, на все, что Ты создал рукой Творца. Поет моя
Святой.
Дорогие друзья, Господь призывает нас, чтобы мы были благодарны за все. Мы слышали прекрасный пример, вот Павел рассказывал, как человек хотел защитить церковь. Такой аналогичный случай был в нашем селе. Не благодарили христиане за свою церковь, начали роптать, и оно поделилось пополам, церковь. Одна сторона говорила, мы передвинем молитвенный дом поближе, потому что нам далеко, и так они спорили между собой, и Господь действительно совершил то, чтобы они не спорили. Гроза ударила, и через аппаратуру изгорела церковь. И потом они успокоились. Построили по-новому, побольше. Но церковь была где-то 450 человек. Будем благодарить Бога, чтобы это несчастье не постигло нас. Это очень опасно, когда мы начинаем роптать, и если это получается между народом Божьим, Господь может совершить нечто такое, что прекратится всякий спор. Будем благодарить Господа. Стоит сна.
Слава Богу. А через кровь Иисуса Христа, омытые кровью Господа Иисуса Христа и святые. Слава Богу. Слава Богу. Да благословит вас Господь, мои дорогие братья и сестры. Я вас всех очень люблю. Слава Богу. Тема моей проповеди – «Добрый пастырь Иисус». Тема проповеди – «Добрый пастырь Иисус». Если у кого есть Библии, я бы хотел, чтобы открыли вместе со мной. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 11 стих и ниже по этому Евангелию выборочно. Евангелие Иоанна, 10 глава, 11-15. Тема проповеди – «Добрый пастырь Иисус». «Я есть пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец, а наемник не пастырь, которому овцы не свои. Видит приходящего волка и оставляет овец и бежит, и волк расхищает овец и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник, и не родит в овцах. Я есть пастырь добрый». «И знаю моих, и мои знают меня. И как Отец знает меня, так и я знаю Отца, и жизнь мою полагаю за овец». Дорогой мой друг, ты сегодня пришел в Дом Божий. Ты пришел в Церковь Господа Иисуса Христа, и я почти уверен, что в своей жизни ты бы хотел иметь своего доброго пастыря Иисуса Христа. И ты бы хотел быть похожим на Господа Иисуса Христа и подражать Священному Писанию. Писание говорит об Иисусе Христе, и Иисус Христос говорит сам об себе. «Я пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня». Евангелие от Иоанна. Если можно высвечивать на дисплее, я бы хотел, чтобы высвечивали, если можно. Евангелие от Иоанна, 10:1. 10:1. «Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инде, тот вор и разбойник, а входящий дверью есть пастырь овцам. Ему преддверник отворяет, и овцы слушают голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса». Если ты пришел в церковь, и если у тебя есть пастырь добрый Иисус, ты должен знать голос Господа Иисуса Христа, и ты должен его отличать. И твое ухо, оно настолько обрезано должно быть для Слова Божьего, не это физическое ухо, а твое духовное ухо твоего прекрасного сердца, чтобы ты знал своего личного пастыря, который зовет тебя лично по имени. Он называет тебя лично по имени и говорит тебе твое имя, которое сейчас знаешь ты, и ты знаешь своего пастыря. Яков Левин в книге «Сеется семя» рассказывает один рассказ из жизни своей. Когда он ехал в одном месте, где разводили и занимались овцами, и разводили овец, он ехал по пыльной дороге, дорога была пыльная, такая земляная. И вот водитель остановил машину, он сидел на заднем сидении. Перед ними шел один пастух и перевел свое большое стадо, большое-большое стадо. И сразу же второй пастух идет, второе стадо переводит, и третий пастух идет и переводит третье стадо. И вот им вместе дали этим стадам, всем дали одно место временно подождать, пока пропустят машин. И когда машины стали медленно ехать, он говорит, мы подождали специально, я хотел посмотреть, что же будет. Первый пастух с первым стадом прошел, второй пастух, и эти все три стада слились в одно стадо, и стало большое-большое стадо овец. Он говорит, я подумал на минутку, а как же теперь пастух свой различит своих овец? Они же все слились, а там теперь 1000 овец, и они все смешались. И говорит, к моему великому удивлению, когда проехали эти машины, а мы стояли и смотрели, каждый пастырь, этот пастух, позвал свое стадо, и из этого большого стада каждая овца пошла только за своим пастырем. Братья и сестры, это физический пример, такой же духовный пример. Если ты знаешь Господа Иисуса Христа, если твое сердце открыто для Него, если для тебя недостаточно только сказать, что там Иисус Христос пришел, Он воскрес, и все,
Ты пришел, посмотрел, что он воскрес, и опять пошел заниматься своими делами. Евангелие Иоанна, 20 глава, начинается примерно так. В первый же день недели, очень рано, Мария Магдалина идет к гробу и видит, что гроб отвален, и что там нету тела Иисуса Христа. Она бежит и говорит Петру и ученику, которого любил Иисус: «Господа нашего там нету». Петр побежал, этот ученик побежал, и он пишет себя, которого любил Иисус. Этот ученик любил Господа Иисуса Христа. Они прибегают к гробу, они смотрят гроб. Один побоялся зайти, а тот сразу зашел. Они, написано, увидели это место и уверовали. И как вы думаете, что происходит после этого, что они уверовали? Они посмотрели, воскрес, уверовали, что дальше? И обратно возвратились к себе. А Мария стояла у гроба и плакала. Евангелие от Иоанна, 20 глава, 11 стих. Если можно, открывайте, пожалуйста, у кого есть Библии. Евангелие Иоанна с 10 по 14, по 14 стих. Евангелие 20, 10. Итак, ученики опять возвратились к себе, а Мария стояла у гроба и плакала. И когда плакала, наклонилась во гроб и видит двух ангелов в белом одеянии, сидящих одного у головы и другого у ног, где лежало тело Иисуса. Они говорят ей: «Жена, что ты плачешь?» Говорит им: «Унесли Господа моего». Она к нему так сильно прилепилась, она так сильно его полюбила, что она говорит: «Унесли Господа моего». Давид восклицает: «Возлюблю тебя, Господи, крепость моя, твердыня моя, прибежище мое». Ты должен прилепиться к Господу Иисусу Христу настолько сильно, настолько крепко, что когда те уже ушли, ты просто не сможешь уйти. Ты просто скажешь: «Господи, где ты? Я хочу там быть». И если ты увидишь такого садовника, если ты скажешь: «Может быть, ты вынес его на тело, то покажи мне, где ты положил его. Я хочу взять его. Я хочу взять его по-настоящему к себе в сердце». Он не только воскрес физически. Иисус Христос сегодня воскрес в моем и твоем сердце. Слава Дорогая Богу. Моя церковь, Слава Иисус Богу, Христос воскрес. Воистину Дорогие воскрес. Братья и сестры, Христос воскрес. Воистину воскрес. Христос воскрес. Воистину воскрес. Аминь, аминь. Аллилуйя. Пожалуйста, садитесь. А Мария стояла у гроба и плакала, и когда плакала, наклонилась во гроб и видит двух ангелов в белом одеянии, сидящих одного у головы, другого у ног, где лежало тело Иисуса. Они говорят: «Жена, что ты плачешь?» Говорит им: «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». Сказав сие, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус. Иисус говорит ей: «Жена, что ты плачешь? Кого ищешь?» Она, думая, что это садовник, говорит ему: «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил? Я возьму его». Дорогой мой друг, сегодня тебя Иисус Христос зовет по имени. Он и говорит конкретно: «Мария». Он называет тебя по имени. Он называет: «Гриша, Павел, Лена, Моисей, я тебя люблю. Я пришел на эту землю, я пострадал конкретно за тебя». Но твой выбор, только если ты откроешь дверь твоего сердца, только тогда я могу войти к тебе, и только тогда я могу вечерять с тобою. Я никогда не смогу войти в твое сердце, если ты ее не отворишь. Давид, которым хвалится Господь. Если вы заметили, на страницах Священного Писания есть много мужей, которые муж веры. Но как один отличается от всех тем, что Господь в книге Откровения говорит: «Я корень и потомок Давидов». Казалось бы, наоборот, но может быть, Давид корень и потомок Бога. Но нет, Господь говорит: «Я корень и потомок Давидов, звезда светлая и утренняя». А этот прекрасный человек много лет назад в Писании, Псалом 17:2-3, пожалуйста, если можно: «Возлюблю тебя, Господи, крепость моя, Господь, твердыня моя и прибежище мое, избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него я уповаю, щит мой, рог спасения моего
и убежище мое. Дорогой мой друг, ты любишь Господа Иисуса Христа, но ты должен быть похожим на Господа Иисуса Христа. Твоя жизнь, она должна проходить постоянно только в границах Священного Писания. Ты, когда едешь в Дом Божий, ты не приехал сюда, чтобы кого-то судить. Ты не приехал, чтобы опровергать и судить проповедников. Суд – это не клевета. Суд – это правда. Это когда мы про человека говорим правду. Господь и Писание тебе это не разрешает. Если Писание говорит «не делай», не делай. Господь тебя любит, и твой добрый пастырь Иисус Христос, Он зовет тебя по имени, Он хочет, чтобы ты в Него так сильно прилепился, чтобы ты так сильно Его полюбил. И этот прекрасный Иисус может вечерить вместе с тобой. Книга притчи, глава 8, 12-17. В книге притчи, я ни с кем не буду спорить, но если кто знает Писание, в книге притчи, глава 8, 12-17, Иисус Христос выступает под именем Премудрость и говорит: «Любящих меня я люблю, и ищущие меня найдут меня». Если ты любишь Господа Иисуса Христа, если ты Его любишь, Он обязательно тебя найдет, Он обязательно будет в твоем сердце. Он не просто воскресен для тебя где-то далеко, Он воскресен для тебя по-настоящему в твоем сердце. Дорогие братья и сестры, когда идешь в Дом Божий, будь более внимателен к слышанному. Я очень хочу, чтобы мы прилепились к Господу Иисусу Христу и приняли Его в свое сердце. Книга притчи 8:12-17. «Я премудрость, обитаю с разумом и ищу рассудительного знания. Страх Господен ненавидит зло, гордость и высокомерие, и злой путь, и коварные уста я ненавижу. У меня совет и правда, я разум, у меня сила. Мною цари царствуют, и повелители узаконяют правду. Мною начальствуют начальники и вельможи, и все судьи земли. Любящих меня я люблю, и ищущие меня найдут меня». Запомни это важное слово. «Любящих меня», Господь говорит, «я люблю, и ищущие меня найдут меня». Дорогой мой друг, у тебя есть пастырь Иисус, но я повторил и еще раз повторяю, что Иисус Христос может быть в твоем сердце только полностью принятым тобою и воскресшим, пришел на эту землю, умер и воскрес, если ты по-настоящему откроешь свое сердце, духовное сердце, и примешь Господа Иисуса Христа, и ты будешь вечерять с Господом, и Господь будет вечерять с тобою. Один стих, и будем молиться. Книга Откровения 3:20. Откровение 3:20. «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». На меня не обидьтесь, я вас хочу поздравить еще раз самым сильным приветствием, которое только есть на этой земле. Дорогая церковь города, Первая Славянская Христианская Церковь, Христос воскрес! Воистину воскрес! Аминь, аминь. Будем молиться. Реки, воды, жизнь.
Святою помоги, свято в Тебе мне жить, прорасти во мне, плоды Духа. Святою помоги, свято в Тебе мне жить, реки воды. Живой водой сердце мое омой, сердце чистое сотвори во мне, и своей живой водой сердце мое омой. Реки воды живой, реки воды живой, воды живой, это Дух Святой. Реки воды живой, реки воды живой, реки воды живой, это Дух Святой. Братья и сестры, у нас сейчас есть программа, но почему-то Господь мне полагает на сердце прямо сейчас что-то сказать. Я приведу такой пример. Один человек, живший в Лос-Анджелесе, проработал на одном месте 76 лет. И знаете, что он делал? Он мыл автобусы. Он не менял свою работу. 76 лет, а в 100 лет умер. Президент Клинтон наградил его правительственной наградой. Я так думаю, нелегкая работа была, всегда связанная с водой, сырость, влага. И он любил свою работу. Братья и сестры, я тоже любил свою работу, хотя она у меня была тяжелая. Я больше 20 лет работал, в 3 утра вставал, с 4 работал, каждый день в 11 часов в день, плюс субботу в 3 утра. И я не помню, чтобы я пропускал богослужение. Почему? Я посвящен церкви, я был посвящен работе своей. И в общем я отработал 27 лет, и 7 июля был последний мой день на работе. Когда я сказал начальству, они повесили головы. Они сказали: такого, как ты, мы не найдем. А кто я? Я только христианин. И говорили: а может, останешься, может, будешь еще работать? Я им ничего не сказал. Но они мне организовали торжественный обед, украсили, хорошо проводили и даже благословили именем Господа. За это хочу сказать слава Богу. Братья и сестры, и в общем, еще в России, ведь я отработал в энергосистеме СССР 21 год, 3 месяца и 28 дней. Итого Господь дал мне сил отработать 48 лет. Я был в таких опасных случаях энергосистемы, когда 35 тысяч вольт близко подойти нельзя было, когда людей убивало током, сгорали, и ничего не оставалось практически. Хоронить нечего было. И однажды попал под высокое напряжение 10 тысяч вольт. Электрики могут понять. Мне очень обожгло руку. Я ослеп на некоторое время.
Но я, вы знаете, остался живой, и зрение восстановилось. Слава Богу! И здесь, когда уже в Америке, я несколько раз был, знаете, на грани смерти, но Бог меня сохранил. Слава Богу! Братья и сестры, я благодарю вас за ваши молитвы. Я знаю, что вы многие молились за меня. У меня работа была очень тяжелая. Молодые люди приходят и не выдерживают, уходят. Василий, как ты долго работал? А я говорю, я люблю мою работу. И когда была последняя встреча, я сказал, я за всех вас молился и начальство перечислил, за того и того и того. И я буду продолжать молиться за вас. И я их благословил именем Господним и призвал, чтобы они молились за страну Америку, за президента Трампа. И вы знаете, они сидели, головами кивали, а потом и обнимали, и прощались, и сказали, Василий, приходи. Я ничто, вся слава Господу, слава Богу, братья и сестры. Я благодарен только Господу. Я думаю, чтобы мы друг за друга молились. Вся слава нашему Господу. А сейчас у нас программа. У нас Юля расскажет псалом. Пожалуйста, Юля, пройди. И дети Гриши Цубера споют. Они так часто поют. Это хорошо. И Оксана расскажет стихотворение. Мы благословляем всех вышедших сюда. Откуда придет помощь моя? Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Не даст он поколеваться ноге твоей, не вздремнет хранящий тебя, не дремнет и не спит хранящий Израиля. Господь хранит твой, Господь тень твоя справа руки твоей. Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью Господь сохранит тебя. От всякого зла сохранит душу твою, Господь. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек. Аминь. Ждет тебя и
Все реже вижу четкие границы, все громче слышу. Не любите мир, листаю виртуальные страницы и вижу в жизнях и чуму, и пир. Вот тлеет, догорая чья-то совесть, вот самолюбование вопит. Под томным взглядом прячет слезы горечь, а вот улыбка в чешуе обид. Здесь похоть прикрывают речью громкой, здесь скромность на лице, а в слове яд. Когда границы сдвинулись настолько, что не поймешь, кто грешен, а кто свят. Смешалось все: молитвы, анекдоты. Куда же делся трепет и любовь? Надкусываем, словно бутерброды, мы хлеб живой и лицемерим вновь. Единство разменяли на разборки, и маникюр дороже десятин. Уже спокойно смотрим на наколки, религиозность растирая в пыль. Нет, это вывод вовсе не поспешный, и я рискну озвучить эту мысль. Вульгарность потеряла статус грешный, свобода потеряла здравый смысл. Что ближе нам, почтение или мода, бунтарство или сокрушенный дух? Размытые границы у народа, кому поют и для кого живут? Готовы ли сердца для поклонения? А плакать вам позволит макияж? Мир просочился в церковь пробуждения и даже не оделся в камуфляж. Что стало с современною моралью? Какими мы стоим у алтаря? Какие мысли обвернули шалью, уча других законам бытия? А может, где-то перегнули и в строгости своей наоборот одежды так под шею застегнули, что духу перекрыли кислород? Загнали в угол искренность и кротость, а вот по головам идти легко. Нас в крайности закидывает гордость, а вырвать сложно, корни глубоко. На что мы тратим время, деньги, силы? Что ценим и кому служить спешим? Кого на пьедестал, кого на виллы, не зная содержания души? О, Господи, от боли задыхаюсь. Что стало с нами? Есть ли Божий страх? Я и сама в себе еще копаюсь, еще валяюсь у Христа в ногах. Я не судья вам, люди дорогие. Мы каждый за себя дадим отчет, но вижу эти строки золотые и слышу, Слово Божие зовет. Очистите сердца и отделитесь. Вы не от мира, это же про нас. В режиме скоростном остановитесь. Вложите в уши сущность этих фраз. Бегите от чумы, да и от пира. Не пачкайте сияющих одежд. Ведь так легко, заигрывая с миром, вдруг оказаться за чертой надежд. Аминь. Вы знаете, то, что брат Василий сегодня рассказал о своей жизни, о своем труде,
И о том моменте, что он уже вышел на пенсию, и что он может теперь заслуженно отдыхать. Вы знаете, это есть пример для нас. И то, что брат Василий говорил, я это очень серьезно, хорошо понимаю. Каждый день выйти на работу – это ответственность. И брат Василий трудился многие годы, вставая очень рано, и он нес также служение в церкви. Это большая ответственность. И это благословение для него, и это благословение для Божьего народа. Я хочу сказать сегодня всем нам, братьям и сестрам также, давайте будем подражать этому хорошему примеру. Слава Богу, у нас в Колорадо люди работают. И когда мы трудимся, мы можем послужить для себя, для своей семьи, и также для тех, кто еще нуждается, и послужить для Церкви Божьей. И я хочу просто всех вас призвать к такой хорошей благодарственной молитве. Я попрошу, брат Василий, пройди сюда. Мы за тебя помолимся. Поблагодарим Господа. Братья-служители, давайте вместе все подойдем. Брат Дмитрий совершит молитву. Мы просто возблагодарим Господа за брата Василия, за его труды, за то, что он давал ему здоровье, за то, что посылал благословение, за то, что он стал примером для церкви своим трудом. Да благословит Господь его будущие годы и его жизнь, и да прославится святое его имя. Наш вечный Господь, мы благодарим Тебя, о Иисус, как дороги эти мгновения за то, что Ты, Господь, послал свою благодать и милость над нашим братом. Дал ему, Господь, здоровье до сего часа. О, мы верим, что и Ты и дальше благословишь. Дашь ему более трудиться для славы Твоей. Он дождался, вышел Господь на пенсию. Иисус, дай нам подражать. Подражать ему, Господь. Он не отсутствовал от всего места. Иисус, Ты дал ему ревность и огонь в этом плане служить народу Твоему, Господь. Ты есть всемогущий Бог. Господи, мы молимся, чтобы Ты благословил и его детей. Зажигал сердца, дабы они, Господь, могли подражать своему отцу. Это так важно, чтобы Ты привлек их, Господь, к дому Твоему. Ты есть всемогущий Бог. У Тебя есть сила, у Тебя есть мощь, у Тебя есть благословение на это, Господь. Молим Тебя, Господь, чтобы Ты его благословил далее. Дал ему, Господь, не уставать служить Тебе и народу Твоему. О, как важно, Господь, в это последнее время, чтобы мы все цело отдали себя для служения. Яви свою славу. Дай, Господь, чтобы не оскудел елей на его голове. Яви свою славу и мощь. Иисус, Твое помазание, которое есть, Господь, у Тебя. Дай, чтобы стекало на Его одежды сила Твоя. Да, охраняет Его на всяком месте. Благослови Его дом, Его жену. Дай Ему, Господь, далее, чтобы здоровье постоянно сопровождала его и сила и мощь Святого Духа могла окружить его. Иисус, мы верим Твоему Слову, что Ты есть Тот, Который даешь такие даяния. Тебе слава, Тебе поклонение, Тебе благословение. Мы провозглашаем эту благодать и милость на его, Господь, голову. Аминь. Аминь. Братья, ну что, давайте пожмем руки брату Василию. Очень жаль, что нет цветов, но я думаю, что самый хороший цветок – это сестра Рая. Да? Аминь.
благодарен вам сердечно за ваше внимание. И я брата Павлика не просил, чтобы он организовал эту молитву. Его Господь побудил помолиться. Давайте скажем «Слава Богу». И это работа Духа Святого. И знаете, как можно еще сказать? Единство Духа в союзе мира. Хвала нашему Господу. Пусть Господь нас всех благословит. Братья и сестры, мы сегодня находимся в Доме Божьем, в Доме молитвы, для того, чтобы прославить Господа. И когда закончится служение, мы пойдем домой для того, чтобы прославить Господа. И завтра, когда мы пойдем на работу, или кто-то будет где-то трудиться в учебных заведениях, пойдем для того, чтобы прославить Господа. Итак, вся наша жизнь – это прославление Господа. Мы можем сказать аминь? Аминь. Братья и сестры, мы с вами созданы на добрые дела. Вы знаете, одна женщина сказала такие слова: «Не для покоя мы рождены». Так много трудностей, так много борьбы в этой жизни, но мы должны идти вперед, простираться вперед, забывая заднее. Сегодня апостол Павел нам говорит такие слова: «Благодать вам, мир и радость». Какие благословенные слова мы можем слышать сегодня? За стенами этого дома мы этого не услышим. Там разврат и беззаконие. Этот мир гибнет, но о нас сам великий Бог имеет самые добрые намерения. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать нам будущность и надежду. Братья и сестры, быть может, мы давно с вами христиане, но Он нас взвешивает на своих духовных весах. Вы помните, одному из халдейских царей Бог сказал: «Ты взвешен на весах и найден очень легким». Братья и сестры, как я хочу, чтобы какая-то тяжесть была, не греховная, а вес был, имеющий добрые дела, доброе отношение к нашему Господу. О, да благословит нас сегодня Господь! Братья и сестры, мы слышали, первый брат говорил: когда идешь в Дом Божий, то будь готов к более слышанию, нежели к жертвоприношению. Я хочу, чтобы мы сегодня настроили слух к слышанию Слова Божьего. Сегодня Господь что-то хочет сказать о том, что Господь положил мне на мысли. Давно я много молился, и сегодня ночью, и рано утром, и я знаю, что Господь и мне, и вам что-то хочет сказать. Разная пища бывает. Когда мы кушаем пищу, есть пища горькая. Вот сейчас поспевает такой мягкий, горьковатый чеснок, как вкусно кушать его. Он прибавляет аппетит, добавляет аппетит. Это натуральный антибиотик, это полезно. Я хотел бы, чтобы эта проповедь для нас тоже была полезной. Один человек зашел в церковь во время богослужения, в молитвенный дом. И знаете, он стал говорить, что пусть Бог меня накажет, если Он сейчас есть. И он, продолжая говорить плохое за Бога, все были в страхе. Он говорит: если Он есть, пусть прямо сейчас Он меня накажет. Все были в страхе. И вы знаете, и ожидали, что ну наверное сейчас Он раз так на Бога говорит, Господь его накажет. Но Господь его в церкви не наказал. Господь любит его. Но когда еще Бог давал покаяние ему в церкви, когда он вышел из церкви, ему в глаз попала маленькая мошка, от которой было заражение всего тела, на завтра он умер. Братья и сестры, мы имеем дело с великим Богом, с любящим Богом, и каждый день строго взыскивающим Богом. Вы знаете, когда мы правильный образ жизни ведем, Господь на нашей стороне. Но когда мы грешим, Бог с нами не дружит. Мы находимся вдали от нашего Господа. Иногда может быть проповедь, которая ограждает человека от греха, может быть, она не нравится. Но это горькая пища, которая дает организму жизнь,
которая убивает бактерии все греховные. И человек растет духовно, скажем, слава Богу нашему. Братья и сестры, один человек приехал в Европу, он тоже был пастор, и приехал к своему другу-пастору. И среди недели они пошли в церковь посмотреть здание. Он показывал, какая аппаратура, как все устроено. И вот этот пастор, который приехал в гости, говорит: «Слушай, а я хочу посмотреть, сколько людей у вас будет в воскресенье». Вы знаете, какой ответ последовал? «А мы на лето отменили все богослужения». Какая печаль! Какая тревога! Какой великий грех пропустить собрание в течение всего лета! Почему же он не отменил питаться хлебом, мясом, другими продуктами питания? Почему он не отменил пить воду? А вот церковное служение пастор отменил. Многие люди духовно умрут. И вы знаете, духовно, когда человек умирает, это незаметно. Это незаметно. Только Бог видит. И впоследствии, когда мы придем к дверям вечности, мы за это ответим. Мы ходим перед великим Богом. Я, по-моему, позапрошлое воскресенье говорил такие слова. Или даже в пятницу, сейчас точно не могу помнить. Статистика говорит, послушайте внимательно, что в церкви искренно служащие люди только 20%. Послушайте, они проповедуют, они лидеры, они организаторы, они трудятся в церкви, они делают ремонт церкви, они заботятся о церкви, они финансово помогают в церкви и так далее. Только 20%. 30% – это помогающие. Я бы хотел сказать тоже хорошо. Помочь лидерам – это нормально. Вот мы были на детском кемпе, там где-то было около 100 детей и 45 человек команда, которые работали, я бы сказал, день и ночь. Некоторых и сейчас их нету, потому что они настолько устали. Некоторые 4 ночи почти не спали. Там дикая природа, там ходят медведи вокруг, звери, а братья сторожили. А сестры занимались, были постановки, было пение. Это лидеры церкви, это труженики церкви. За это скажем слава нашему Господу. И я скажу, другие 50% обычно в церквах ничего не делают. Послушайте внимательно. Как никогда послушайте. Они придут на служение в воскресенье, но не каждое. И только всего. Братья и сестры, я не хотел бы, чтобы в нашей церкви это было. Писание говорит, 5 мудрых, 5 неразумных. Послушайте, это будет... Когда мы уже будем у дверей вечности, Бог спросит, что ты сделал? Меня первого спросит Бог. Мы иногда только вид делаем благочестие, а силы отрекшиеся, это бывает. Я хотел бы, чтобы в нашей церкви было 5 мудрых и еще раз 5 мудрых. Вы согласны сказать аминь? Аминь. Пусть Бог благословит всех нас. Я хотел бы, чтобы все-таки мы ревновали о деле Божьем. У меня есть полезная, интересная тема проповеди. И я сейчас задам вам вопрос, а вы все вслух ответьте, пожалуйста. Каким органом нашего тела мы больше всего согрешаем? Церковь 100% сказала, что языком. И я согрешаю языком. Я... Помню место Священного Писания, это Чисел, 13 глава. Вы помните, когда Моисей отправил видных людей, вождей колен Израилевых, 12 человек, осмотреть землю Ханаанскую. И они в течение 40 дней ходили и осматривали. На эту тему я хочу сказать, и тема моя будет называться «Худая молва и клевета». Послушайте, давайте мы прочитаем с
13 главы, с 33 стишка. Когда они прошли в течение 40 дней эту землю, они увидели, какие плоды. Они взяли прекрасные плоды, чтобы показать. Они сняли кисть виноградную, которую несли вдвоем на шесте. Я так думаю, что она была не менее 30-40 паундов. Но на шесте надо нести кисть. Все как бы поспешствовало к тому, что земля наша, земля красивая, это наша обетованная земля, о которой говорил Всевышний Бог. Но послушайте, что получилось. 10 человек из них стали распускать худую молву. Послушайте. И распускали худую молву о земле, которую они осматривали между сынами Израилевыми, говоря: «Земля, которую проходили мы для осмотра, есть земля, поедающая живущих на ней. И весь народ, который видели мы среди ее, люди великорослые, там мы видели исполинов, сынов Инаковых, от исполинского рода, и мы были в глазах наших перед ними, как саранча, такими же были и мы в глазах их». Вы знаете, они это делали, я думаю, несколько дней, потому что миллионы людей должны узнать о этой плохой молве. И когда народ узнал об этом, Писание говорит, 14 глава, 1 стих, «И подняло все общество вопль, и плакал народ всю ту ночь». Братья и сестры, представьте себе, такого в истории человечества еще не было, когда миллионы людей плакали всю ночь. Плакали дети, подростки, молодежь среднего возраста и старики. Они плакали всю ночь. Народ пришел к ожесточению. Народ решил побить Моисея и Иисуса Навина камнями, выбрать руководителя и вернуться в Египет. Что сделала худая молва? Что сделала клевета? Вы знаете, мы видим из Писания, что двое говорили правду, Иисус Навин и Халев, а 10 говорили негативное. Сегодня худая молва – это плохой разговор, плохие вести, негатив, как сейчас говорят. И все-таки Господь вступился, Господь истребил этих 10 плохих, можно сказать, людей, которые распускали худую молву. Вы знаете, есть категории людей, пусть это будет не в нашей церкви, есть категории людей, которые сообщают плохую новость, переносят ее, плохую информацию. Вы знаете, информацию любую нужно проверять. И если мы услышали информацию, и она такая негативная, допустим, за какого-то брата, допустим, за брата Сергея, и я услышал эту информацию, или я, значит, сам слышал, я не должен ее распространять. Если я услышал от другого, что я должен делать? Я должен сказать, я спрошу у этого человека. Он скажет, ну-ну-ну, не говори, не выдавай меня. Значит, больше ты мне такого не говори. Это грех. Я не хочу быть переносчиком. Я не хочу распускать худую молву. Братья и сестры, разрешает ли Слово Божье выпускать худую молву? Мы должны просто проверить информацию. Можно ли ее выпускать? Я хочу всех вас призвать сейчас. Послушайте, подумайте. Давайте мы напряжем свою память, сколько возможно напрягем, да? Было ли у нас такое, чтобы мы с вами когда-то выпускали худую информацию? И худая информация очень связана с клеветой. Я приведу такое место Писания, где сам Бог говорит о том, что я проверю, так ли это. Кто знает, где это написано? Послушайте. «И сказал Господь, вопль содомский и гоморский велик он, и грех их тяжел весьма. Сойду и посмотрю,
точно ли они поступают так, как вопль на них, восходящий ко мне, или нет, узнаю. Вы знаете, мы говорим о Боге. Бог всемогущий, Бог вездесущий. Он проникает в сердца и внутренности. Он знает за миллиарды километров. Он творец вселенной. Он все знает. Но почему Бог здесь говорит: «Сойду и посмотрю, точно ли так?» Это оставлено нам в пример на все века, доколе будет существовать вселенная, чтобы все поступали так, как Бог поступил там, в Содоме и Гоморре. Он сделал, сошел и посмотрел, так ли это. Братья и сестры, если такой авторитет, как Бог, говорит: «Сойду и посмотрю, так ли это?» А как мы со своими недостатками должны поступать? Сам Бог не верит слухам. Братья и сестры, я хотел бы, чтобы мы с вами поступали так, как поступил великий всемогущий Бог. Вы можете сказать аминь? Еще, если человек переносит какую-то информацию, он является наушником. Или по-другому, это просто сплетник. Если я услышал, брат Володя что-то сказал, и я перенес другому, я наушник, я сплетник. Сохрани Господь от этого. Я подвел этого брата, я натравил другого человека, что он за тебя вот так сказал. Братья и сестры, как мы должны четко проверять информацию? Давайте мы проверим себя перед судом своей совести, так ли мы поступаем. Вы знаете, когда я готовил эту тему проповеди, мне пришла такая мысль за Доика и Домиянина. Вы помните, что он сделал? Он донес Саулу о Давиде. Правильно вы подсказываете, что Давид вот там-то находится. И что делает этот Саул, будучи царем? Вот когда мы первую книгу Царств читаем, это 22 глава, 18 стих. Послушайте. Царь приказывает убить всех священников Господних из-за доноса, из-за плохой молвы. И он слугам приказывает: идите, убейте священников Господних. Слуги никто не пошел. А он тогда этому переносчику говорит: иди и ты убей. И послушайте, что? И сказал царь Доику: ступай ты и умертви священников. И пошел Доик и Думиянин, и напал на священников, и умертвил в тот день 85 мужей, носивших льняной ефод. Какой печальный исход, друзья мои, дорогие. Если бы не было переноса, не было бы такого убийства, такой трагедии. Братья и сестры, когда мы с вами переносим, мы порою убиваем людей. Когда слышим, что за нас, за вас кто-то говорит, это неправильно. Я прочитаю еще место Писания, послушайте. Это будет притчи 16 глава, 28 стих. «Человек коварный сеет раздор». Сколько коварства вот в этом мире? Я на работе другой раз работаю, и подходит ко мне человек и говорит: слушай, а тот-то за тебя вот так и так говорит. Для чего он говорит? Да чтобы меня против его настроить. Но не на того ты нарвался. А я благословляю того человека, который так сказал за меня. Он сеет раздор. Сохрани Господь, чтобы это было в церкви. И наушник разлучает друзей. Сколько друзей поразлучали, может быть, в церквах, наушники? Даже правдивая информация, послушайте меня внимательно, иной раз идет правдивая информация, и через наушника она немножечко искаженная. Это уже грех. Грех в том, что он ее неточно передал, во-вторых, грех, что он оказался переносчиком. Получилась неприятность. Братья и сестры, не все люди дружелюбные. Не все. И нужно гнать от себя
наушника. Если человек говорит с таким умыслом мне, чтобы я еще кому-то передал, сказать: брат, остановись, иди, я с тобой ничего общего не хочу иметь. Братья и сестры, я просто провожу учение, как правильно мы в этом вопросе должны поступать. Это бич нашего времени. И иногда, вы знаете, как бывает, переносчики работают. Послушайте, они работают через второе лицо. К примеру, один брат сказал, а я услышал, и я делаю так, скажу второму: ты передай тому. Получается сеть грехов. Я услышал это от этого брата, я передал другому, а другой третьему. А я потом скажу: а я не говорил. А это неправда. Я говорил, и грех не стареет никогда. И пока мы не исповедуемся, он остается грехом. Нужно сказать этому человеку, я должен сказать: слушай, я виноват, я передал. И я передал другому, что тот передал тому. И не стесняться, пусть дьяволу будет стыдно. И вы знаете, получается целый букет грехов, когда через вторую, третью личность вот это идет. И вы знаете, обычно слух, даже может быть хорошая новость, она всегда искаженная, когда она прошла через множество людей. Послушайте внимательно. Что получается? Здесь получается букет грехов: осуждение, неправда, клевета, критика. И получается большое зло. Сегодня на мировой арене новости просто невозможно слушать. Я другой раз выключаю, не смотрю и говорить не хочу об этом. Худая молва, один негатив, плохие разговоры, наговоры, страна на страну. Братья и сестры, это не наш бизнес. В этом мы с вами не должны участвовать. Послушайте, одному служителю Бог показал во сне озеро огненное. Правда страшно? Я бы не хотел видеть такой сон. И он, Бог ему прямо сказал: за что будут судимы люди? Он ему сказал, что если, когда проповедуется Слово Божье, и люди не принимают, они будут судимы. Вы знаете, когда люди сидят во грехах и не принимают Слово Божье, они будут судимы. Вы знаете, из озера Огненного нет выхода. Писание говорит, будут мучиться веки веков. Я не хотел бы, чтобы кто из нашей церкви туда попал. Никому не пожелаю и сам не пожелаю. Далее Бог, продолжая, говорит ему: если ты слышал информацию, и ты передал кому-то и не проверил ее, ты будешь судим. Бог сказал пастору: ты попадешь в озеро Огненное. Я сначала подумал, думаю, а правильно это или нет? Правильно, потому что в переносе всегда есть неправда, ложь, а участь лжецов в озере Огненном. Иногда мы передаем правду, но мы не знаем, какая правда там была сказана и какой мотив этого рассуждения был. И мы ни за что обвинили человека. Мы будем отвечать перед великим всемогущим Богом. Братья и сестры, я хотел бы, чтобы наша церковь имела самые прекрасные, добрые отношения во всех сферах нашей жизни. И еще, я, поскольку коснулся вопроса осуждения, когда есть переносы, когда есть худая молва, там есть и клевета. Почему нельзя осуждать? Мы читаем Матфея 7, 1 и 2 глава. «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы. Какую меру мерите, такую вам будут мерить». Послушайте, братья и сестры, осуждение – это строгая критика и плохой вывод о человеке, чтобы его опорочить. Вот какой вывод-то, когда мы судим человека. Я думаю, по-любому люди чем-то занимаются. Для них, для некоторых людей это пища. Поговорить о ком-то по телефону: а ты слышал, ты слышала, как вот тот поступил? Но надо подумать, почему тут так человек поступил. И ему надо помочь, а не говорить кому-то. И спросить, если мы услышали,
Какое это суждение? Так ли это? Братья и сестры, я сегодня много раз говорил, еще, может, скажу. Всегда нужно проверить любая информация. Ко мне бывает другой раз, говорят, вот так-то, вот так-то. Говорю, хорошо, я проверю. Спрашиваю, говорит, нет, не так, я не говорил, я не говорила. Я говорю, я тебе верю. Значит, кто-то оказался неправым. Братья и сестры, сохрани Господь, чтобы мы попадали в такие ситуации. И спросить, так ли это, я проверю. Иногда люди говорят, и сколько раз мне говорили. Не спрашивай, не надо. А зачем ты это говоришь мне? Все это нездоровая пища. Это нездоровая пища. И вы знаете, дьявол на русский язык переводится дьяволос, то есть на греческий язык с русского, с греческого на русский. Дьяволос, то есть клеветник. И Писание говорит, низвержен клеветник братьев наших, клеветавший день и ночь. На кого? На нас с вами. И если мы участвуем в этом, мы тоже являемся клеветниками. На кого мы работаем? Сохрани Господь, чтобы на дьявола работать. В Псалтире сказано, тайна клевещущего изгоню. Тайна клевещущего изгоню. Теперь, иногда зависть в человеке. Зависть порождает вражду. Зависть порождает клевету. И человек, который перенес клевету, он становится участником этого. И я хотел бы заметить, что есть клевета умышленная, есть неумышленная. Если я услышал какую-то информацию, и это клевета, я ее не проверил, перенес, я остался клеветником. Сохрани Господь от этого. В Царстве Божьем не будет переносчика и клеветника. Писание говорит, ничего нечистое туда не войдет. Давайте мы прочитаем Псалом 14. Здесь очень сильно сказано. Вы знаете, два вопроса Господу. Послушайте. Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Второй вопрос. Кто может обитать на святой горе Твоей? Дается ответ. Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем. Кто не клевещет языком своим, и не делает искреннему своему зла, и не принимает поношения на ближнего своего. Тот, в глазах которого презрен отверженный, но который боящихся Господа славит, кто клянется хотя бы злому и не изменяет, кто серебра своего не отдает в рост и не принимает даров против невинного, поступающий так не поколеблется вовек. Братья и сестры, пусть Господь хранит нас от клеветы и переносов и худой молвы. Вы знаете, еще вопрос для всех. Вы ответьте, пожалуйста, возможно ли распускать худую молву или переносить что-то и любить человека? Ответьте. Невозможно. Это невозможно. Это делается, что я этого человека не люблю. Я его хочу опорочить. И мне тогда грех. Сохрани, Господь, нас от этого. Два брата жили через речку. Маленькая речка их разделяла. Они такие друзья были, у них поля вместе были, дружба хорошая была. Но худая молва их разлучила. И один из братьев, друзей, так оскорбился, так огорчился, что нанял людей, чтобы построить забор, отгородиться от своего друга. И сам уехал. Приезжает, забора нету, а через речку построен мостик. И по этому мостику бежит его друг и говорит, как хорошо, что ты построил мостик, мы теперь снова заживем, как раньше. Вы знаете, я хотел бы сказать следующее. Любовь строит мосты, худая молва строит заборы. Я хотел бы, чтобы в нашей церкви как можно больше было мостов любви и дружбы. И если они разрушены, чтобы они восстанавливались, и все сказали аминь. Слава нашему Господу. Вы знаете, к философу Сократу подошел один человек и говорит, я хочу что-то сказать тебе, и начал говорить. Он говорит, постой, постой, прервал его. Он говорит, просеял ли ты свой разговор через три сита? Он говорит, а какие еще сита? А он говорит,
есть первое сито, это сито правды. Правда ли это, что ты можешь сказать мне? Он говорит, не знаю. Он говорит, тогда не говори. Второе сито, это, говорит, сито доброты. Есть ли нечто доброе в этом, что ты хочешь сказать? Он говорит, не думаю. И третье, говорит, сито, это сито необходимости. Есть ли необходимость об этом говорить? Он говорит, не думаю. И он сказал ему, если нет в этом правды, если нет ни доброты, ни необходимости, давай оставим это. Братья и сестры, применяем ли мы это в нашей жизни? И если мы будем применять это в нашей жизни, я себе первому говорю, то наша речь будет четкой, чистой и добросовестной. Слава нашему Господу! Братья и сестры, в конце я хотел бы задать такой вопрос. А что, если я и, может быть, кто-то вы, я вас не знаю, сердце вашего не знаю, и вы не знаете, вы знаете, мы как-то так вот, бывает, делаем тайно, и никто нас не знает, но знает Бог. Если у нас это было, что нам делать с вами? Скажите громче. Покаяться. Правильно. Братья и сестры, как бы ни было стыдно, как бы было неудобно, что вот, ну, я вот, ну, такую молву распустил, пусть стыдно будет дьяволу. Братья и сестры, пусть ему стыдно будет. Я думаю, что святой да освящается еще, праведный да творит правду еще. И если мы с вами ответим за каждое праздное слово перед Богом, а если то, что мы передали, являлось не совсем точно, а может быть и точно мы передали, и оно не послужило ко благу, а к разрушению дела Божьего, и, может быть, люди потеряли между собою прекрасные добрые отношения, мы будем отвечать. Братья и сестры, я всех вас благословляю именем Господним. Я хочу, чтобы наша церковь освящалась. Вы знаете, иногда я так заметил за собой. Не то, что я скажу, а вот подумаю что-то во время работы. Раз по пальцу, палец сильный, синий, и ноготь слетел. Меня тут же Господь наказывает. И когда постигла меня какая-то болезнь, я помню, одна болезнь постигла, я знал за что. Бог меня формирует в этой жизни, чтобы не судить с этим миром. И вы знаете, иногда Господь наказывает, я не пугаю никого, я на своем опыте говорю. Я лично сам знаю. Я помню, был такой случай на работе, я варил, и понимаете, и что-то я не так подумал. И мне расплавленный металл попал в обувь. Прогорели носки, начала гореть кожа, пока я снял обувь, я уже был очень сильно травмирован. Говорю, Господи, слава Тебе, что я не буду гореть в аде. Ты меня здесь жгешь, чтобы в ад не отправлять. Братья и сестры, мы сегодня говорим о серьезных вещах. Пусть Бог благословит всех нас. Я хочу, чтобы Дух Святой продлил эту работу, благословенную работу. Может быть, нам не совсем приятно будет с кем-то встретиться. Встретись. Поговорить. Поговорите, попросить прощения, попросите. Да благословит всех нас великий и всемогущий Бог. Вы можете сказать аминь? Вы можете сказать слава Богу? Аллилуйя, слава Богу. Давайте мы преклоним колени и помолимся. От лица церкви поздравляю, брат Василий, и да Божье благословение. Братья и сестры, я не организовывал это. Я даже не знал, что и братья будут молиться. Вот насколько наша хороша церковь, давайте скажем слава Богу. Вы знаете, с работы уходил с почтением, с уважением. Домой пришел, там такой тоже с почтением, уважением внуки и дети, и церковь. Братья и сестры, я не достоин этого. Вся слава Богу, братья и сестры. Я воздаю славу Богу. Братья и сестры,
этот букет. Тогда, братья и сестры, в лице церкви моей прекрасной жене, она сейчас пройдет. Вот. Ланчбоксы. И сейчас сказала, хорошо, что я не буду уже тебе на работу собирать. Она сейчас продолжает каждый день готовить и для меня, и для мужа, и для детей, и для гостей. Я слава Богу скажу за мою жену. И я от имени вас это почтение передаю жене. Слава Богу.